Ха-ха, дурак. Алло? Алло, здравствуйте. Вечер вам добренький, здравствуйте. Это дедушка Ивана Агеева беспокоится. А я такого не знаю. Ну, будем знакомы. Я дедушка Ваньки, вот вас в 8 классе он учится. 8-м класс. На горном районе. Рад знакомству. Вы учитель биологии. 8-м? Да, да. Вы же учитель биологии, правильно, как мне сказал. Ваня какого? Ваня Агеев. Агеев. Иван. А, да-да-да. Да-да-да, слушаю, вот, да. Да, значит, добрый вечер. Я, здравствуйте. Я дедушка Ивани. Вот, значит, хотел, вот он стесняется, все ходит вокруг, да, около, так сказать, ну, позвонил, попросил, да. Так, вот не может разобраться, тему не понял, размножение вот эту вот. Тему задали, да, вот какую-то по размножению, как я понимаю, как правильно там у вас называется. Как он мне объяснил, вот задали тему размножения, да. Угу. Вот, не понял, он что-то никак не стесняется узнать, я ему объясняю, вот, как это, ну, так скажем, да, ну, в силу возраста, так скажем, я ж понимаю, что еще ж пока рано ему это объяснять, я ему так показал кое-как, да, вот это все размножение, ну, так скажем. Он не понимает, как вот все правильно, вы им там на каком уровне все это объясняете, чтобы я понимал, чтобы я не перегнул тоже. Понимаете, о чем я? На биологическом. Биологическом. Ну вот, а как он не понял, кто мне спрашивает, извините, вот про отношения с девушками, про это имеется в виду или нет? Нет, биологическое. Имеется в виду, как рождается ребенок, что такое яйцеклетка, что такое сперматозоид. Вот я ему рассказывал про сперматозоиды, вот он так и не понял, и это ж, а как мне ему, я ж не покажу ему, что оно там такое. Ну, понятно. Он... Вот смотрите, он в Москве или не в Москве сейчас? В Москве, да. Вот смотрите, на следующей неделе, он в понедельник может ко мне в школу прийти. Да, вот надо как-то, да. Может, чтобы, да, показали, провели с ним еще там репетиторство, может, нет, какое. Нет, репетиторства нет, не нужно. Просто он пусть придет, и у него, если будут какие-то вопросы, то мы разберем. Просто он подготовит какие-то вопросы, мы разберем. Да, в понедельник с утра я буду в школе. Я просто, он ко мне подходит, это начинает вот это штаны снимать, и начинает говорить, дедушка, как тут что, размножение, все это, а я что? Я стою, говорю, ну так и сяк, туда-сюда, там, дырочку надо. А он говорит, а в какую? И начинается. Говорит, девочки, как оно, что там происходит? А я ж человек-то не молодой, сами понимаете. Ну, а что, я говорю, Ваня, говорю, ты успокойся, все впереди. Он говорит, а я понимаю, ну, а мне ж задали, надо ж будет отвечать что-то, вот. Так уже учебный год закончился, урок-то нету. А чем пахнет ее биологическая яйцеклетка? Не, ну, это понятно, там же ж после... каникул начнет тут вот такое вот вопросы. А, нет, в девятом классе мы уже начнем общую биологию. Но если у него, допустим, остались какие-то темы недопонятые по 8 классу, да. Вот в понедельник, он, ну, и я у себя в 501 кабинете буду, он может подойти и уточнить. А мне там с ним подойти, да, желательно, вдвоем. Нет, зачем? Он пусть один подходит, чтобы не смущал. Не, а вас как хоть зовут, чтоб так он мне сказал? Чтоб, ну... Эльвира Фаритовна. А, Эльвира Фаритовна, точно. Красивое его имя. Такое сказочное, я бы сказал. Я ему как-то в свое время рассказывал сказку о рыбаке и рыбке. Вот там Эльвира была у нас. Ну, ничего страшного. Ну, это прекрасно. Да, я думаю, может, просто я к вам с ним приду, да, мы, так скажем, на нашем с вами примере покажем, как это происходит. На каком примере? Ну, покажем, так скажем, ну,
вместе. Ну, я показывать ничего не смогу, я смогу показать только биологический язык. Нет, так а мы с вами вместе, это самое, ну, а он, так скажем, знания наберется. Ну, я смогу показать только по презентации. А, только так, да. Ну, я боюсь, что так он не поймет. Ну, а все остальное он поймет, когда вырастет постарше. Ну да, это понятное дело. Я думал, просто у вас там все по-другому. То есть мы бы с вами могли вместе это сделать, все там, как оно, по-культурному. Нет, нет, я только как учитель смогу показать. Ну, понятно. Не, я так-то мужчина симпатичный, вы не думаете. Все-таки Москва... Нет, я имею в виду в том плане, что... Все по-современному. Я смогу объяснить только как учитель. Я понял, просто Москва передовая страна, там, скажем, по-современному, думал, покажем. А все остальное по мере его взросления. Ну, это понятно. Да я так, может, где-нибудь он хоть позаглядает в дырочку, посмотрит, как мы с вами это. Вы о чем? А? Вы о чем? Да и это биология вся, вот это вот ваша, это, скажем, все это... Да? Не понял. Не, я тогда вас не понимаю. Я могу только объяснить только с точки зрения презентации. Я мужчина серьезный, красивый. Вот. Мы бы с вами могли бы все это красиво, ну... Здравствуй, русский народ. За последние три часа дня на границе поджарила нахуй любителей нацистских пенисов до корочки. Мертвые... Не понял. Я учитель. Я учитель. Нет, да я понял, просто у нас, как всегда, учили, лучше, как говорится, 7 раз отрежь, 8 раз отмерь, вот. Ну, лучше да показать 1 раз, чем, так скажем, ну, сами понимаете, ну, память зрительная. Нет, я вас не понимаю. Если так, то это обращение в другую культуру. Не понял. Я учитель. Так вы биолог или ну, кто? Я работаю учителем. Я понял, то есть, ну, тычинка, пестик, да? Не понял. Я тоже вас до конца не поняла. Если у него будут вопросы, пусть он подходит. Не, вопросов много, а ответов, как всегда, нету, так скажем. Меня Валера зовут. Валера. А почему у вас номер телефона в Германии? Так я ж в Германии живу. Вообще, я сейчас в Германии, завтра прилетаю вот в Москву. А, понятно. Да. Ясно. Ну, я только смогу ему показать по презентации, больше никак. Никак, да, вообще никак. То есть, ну... Ну, конечно, просто, а как еще? А, ну, больше знаете, никак. Как? Нет. Я вот сам по себе знаю, мне пока не покажешь, ничего не пойму. А я ж хочу, чтобы он у меня отличником был. Это у нас в Германии... Ну, остальное... Давайте так, смотрите. Если его интересует что-то более глубже... Он очень глубоко... То тогда это не к учителю. Не, поглубже мне надо, а ему просто посмотреть. Ну, вы тогда не к тому обратились. Я работаю учителем, и могу только объяснить ему на презентацию. Все, так скажем, тоже современно. Здесь туда-сюда, это самое, ну... Тогда вам легче его в Германию сводить. Да не надо, он у меня нормальный малый. Нормальный, все с ним. Он не из этих, там у нас тут этих, сами понимаете, много разноцветных, ну, этих, ну, плохих. Ну, я вас понял, Эльвира. Ну, ладно, я так-то, если что, симпатичный, я приеду к вам с цветами. Нет, спасибо, не нужно. Я цветы уже купил. Нет. Я красивый мужчина, вы не думаете, у вас таких еще не было. Ну, вы ошиблись, я работаю учителем. Да я понимаю, я сам учитель по жизни, всех учу. Ну, ничего страшненького. Ясненько. У вас как вообще настроение, как там сегодня погода? Ну, нормально. Все хорошо? Это хорошо. Я очень рад, когда светит солнышко. Потому что я с вами пообщался, мне аж на душе стало тепло. Понимаете, о чем я?
тычинка, пестики. Угу. Вот, если у него будут какие-то вопросы, то предварительно пусть он мне напишет. У него есть мой номер телефона, он пусть мне напишет, понятно. Я отвечу. Бог с ним, пусть он там. Это самое. Может, мы с вами хоть отношения построим? Нет, 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 вы ошиблись, нет. А? Даже нет. Не понял. Нет. Я говорю нет. Я красивый мужчина. Мне всего лишь 54 года. Я замужем. Не понял? Да, я замужем. Да ладно. В Германию слетаем, никто не узнает ничего. Ясненько. Ну, ничего страшного. Ну, как говорится, муж объелся груш, правильно? А вот, ну ничего страшного. Ладненько, я понял. То есть ничего, да, не сможем. Алло, я красивый. Я просто уже не молод, как говорится, но зато парень. Да. Алло. Не понял. Алло. Светлана. Ясненько. Понятно все. Опять дед остался без ничего у разбитого корыта.